Детство. Оно было трагичным. Я помню, как в частной школе я подтирала задницу туалетной бумагой, в то время как другие дети подтирали свои задницы $100 банкнотами. Моя мать родила меня в замерзшей реке в Сибири в минус 45, и когда я вывалилась из ее как маленькая пони, мы шли пешком километров 17, чтобы добраться домой. На полпути останавливались, она меня учила охоте за кроликами. Ты знаешь, что мои токсичные родители подарили мне на 16-летие вместо Роллс-Ройса? Они мне подарили BMW! Зачем ты поставил сюда это? Я не играю в монополию! Однажды меня мама поймала на прогуливании школы. Она меня взяла с собой, где мне нужно было доить коров, помогать свиньям рожать и мыть лошадиные гениталии. Я помню, как моя рука вошла глубоко в свиную вагину. И тогда я решила, что я больше никогда не буду прогуливать школу снова. Озвучил, говорит Макс.